Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Сегодня я отвозил дочку с внучком, они погостили в Ростов, и возвращался. Вот дочка погостила, внучок, посетили парк Лага, отвезли их, и вот я возвращаюсь домой. Вроде все нормальненько. Я решил перестроиться справа налево, так как там что-то машины начали останавливаться. Ну, я вижу, едут. И для того, чтобы, естественно, перестроиться, я... Я начал смотреть назад, потому что есть мертвая зона, когда в зеркало не видно, а значит, машина находится как раз вот она, тут. И вот смотрите, вот этот вот эпизод. Вот я еду, ну, вот они там справа что-то там становятся. Думаю, я сейчас налево ухожу на быструю полосу и пошел дальше. Что я там буду за этим грузовиком? Вот я смотрю туда, это самое, а сам еду. И жена кричит: Гена, мать твою, так. Вот буквально таки отвлекся, голову назад смотреть, никого ли нет в мертвой зоне. И пожалуйста, аварийная ситуация. Машины стали, скорость-то была небольшая, вы все видели. А вот такое могло быть со стариканом Цукерманом. Вот такие вот вещи. Ну, думаем, что там случилось, что машины так стали. А оказывается, пробка, целый час мы ехали. Это дорожники, не спеша, ремонтируют дорогу. Вообще они, знаете... не считаются ни с чем. Ага, ремонтировать так ремонтировать. Закрывает, прикрывает пробки. Да наплевать на все это. Постоянные пробки на участке Каменск, Ростов. То туда, то сюда. Да и дальше там говорят. Ну это просто засада. И вот такие вот засады и капканы приводят к тому, что возникают аварийные ситуации, и люди разбиваются в пух и прах.